Так, всем привет, с вами снова Dark Space 196, Михаил, на моем одноименном игровом канале. Это, в общем-то, уже, наверное, понедельничный подкаст под номером 7, на котором я расскажу, что же произошло на моем канале на протяжении вот этой недели, что будет в будущем. Ну, много чего интересного, в общем-то, насчет этого канала. Ну, не только, наверное, этот канал, но и, конечно, канал вот, запасного, точнее, не запасного, вот этот второго дополнительного канала, в котором я выкладываю прохождение без комментариев, но при этом уже по сумму оригинальным, по-другому, не так, как обычно выкладывают без комментариев именно прохождение игр. Так, на этом канале, в общем-то, наконец-то набралось 600 подписчиков, и теперь, я думаю, смогу наконец-то сделать... В общем-то, 600 подписчиков, юбилей, первая, наверное, новость, 605 подписчиков даже. То есть, в общем-то, такая вот первая новость, первая тема этого подкаста, ты юбилей, 600 подписчиков. Ну, в канале в основном. Наконец-то, я думаю, смогу сделать. Точнее, не наконец-то, а просто сделаю интро. Снова уже на 6-ю версию, называемую на тему, как там называется, та она, я даже не помню. Разгоним сколько игровухой, что версию. На то у них пока опять новую версию Эндерзилу в ближайшее время. Так, в общем, вот это первая новость такая будет. Вторая. Так, это мне, конечно, с канала все выше. И, в общем, вторая новость, что-то у меня, не знаю, наверное, у многих, наверное, на Ютубе каналов не знают даже. Чем-то связано, какой-то баг, что ли, на Ютубе. Был у меня 1 778 000 просмотров. Сейчас почему-то показывают 65 000 всего лишь. Не знаю, это какой-то баг, наверное, временный, что ли. Непонятно, с чем это связано. Даже не знаю. Я сейчас посмотрю, блин, сколько там у меня всего-то. Перед зайти на канал. Посмотреть, сколько всего у меня набралось сейчас просмотров на данный момент имеется. Так, и быстренько посмотрим. Надеюсь, успеем. Так. Отлично, давай сходим. Надеюсь, волю оставить будет. Так, сколько я там просмотров набралось? Настройки, по-моему, что ли, нет. Как-то по-другому я забыл даже. Так, сейчас. Так. Так, менеджер YouTube Analytics. Так. Что-то у них с проблемой интересно. А, 1 781 499 просмотров видео на данный момент. В общем, на этом канале пока выкладываю по прохождению, наверное, уже по-другому. Решил вот немножко экспериментировать с выкладыванием видео. Пока, думаю, наверное, на этой неделе я буду выкладывать таким образом. Больше всего будет прохождение именно серии по играм-новинкам. Ну и такие как The Cave, Dead Space 3, Devil May Cry, DMC. Ну и Aliens Colonial Marines. Наконец-то все-таки эти прохождения буду выкладывать часто. Например, в этот понедельник, сегодня и завтра будут серии Dead Space 3 выложены. Где-то, наверное, 2-3 серии, не знаю. И одна серия, 2-2 серии Crysis Warhead. Вот такие прохождения будут на моем основном канале. Так, еще. Потом, в среду-четверг будут серии Aliens Colonial Marines. 2-3. Ну и 1-2 серии Resident Evil 1. Даже, наверное, не Resident Evil 1, а этого. Crysis Warhead также. Вот так вот. Потом пятницу, субботу 2-3 серии DMC Devil May Cry и 1-2 серии Resident Evil 1. Ну и в воскресенье за Киев, сколько-то серий там. Не знаю, только что, наверное, серии столько же. Ну и там также Resident Evil 1. Вот так, наверное, пока будут чертовать.
Решил таким образом. Пока выкладывать прохождение. Mass Effect, не знаю, пока вот. Решил немножко отдохнуть от Mass Effect. Так, сколько сейчас вкладываю? Сколько серий уже выложил? Долго будет прохождение. Ну, Deus Ex тоже, думаю, буду выкладывать. Пока вот решил, наверное, Deus Ex буду выкладывать, наверное, вместо Mass Effect. Потом Fallout 3 в следующей неделе. Много серий. Ну, в общем-то, вот так, наверное, буду. По необычному сделаю какое-то, не знаю, расписание. Но пока думаю, буду думать над этим. Так что будет, что вроде этого будут вот такие вот прохождения выкладываться. То есть Mass Effect пока отдыхаем. Я там начал выкладывать миссию на Акиру, что ли, на этого, на Корлсе. Пополнение там нового напарника поиску. Это пока решил отдохнуть. Хотя там серии записаны там насчет этой миссии на горизонте, там, по-моему, что ли еще. Пока у Deus Ex выложу, так как все-таки Deus Ex, я думаю, смогу наконец-то дальше продвигаться, записывать прохождение это. Довершил до того места, где вот с хранениями там испарились. Так вот. Что еще там? FIFA 10 там буду тоже вкладывать, я думаю, иногда. Тоже что-то я затормозил, конечно. FIFA 10 карьеру проходить. Тоже будут, наверное, на этой неделе. Пока не знаю, какой там день выложу. Где-то, наверное, 1-2 дня будут. Из всей недели будут выложены эти серии по FIFA 10 карьере. Вот так вот думал. Ну и в воскресенье, в субботу мультиплеерная баталия. Пока по какой горе, наверное, подает Space 2. Хотя, может быть, и какой-то по другой. Если вдруг там в Стиме там бывает. Выходные предоставляют возможность поиграть в какие-то там игры, на которых, в общем-то, есть либо мультиплеер, либо сингл, только компания. Если будет такая возможность, пишу какой-то по другой игре. Ну, я, может быть, даже не знаю, по какой там. Пока не знаю, просто. Такой необычный сюрприз такой на выходные. Такой, по какой игре мне, может быть, будет мультиплеер на батале. Может быть, еще запишу по... Ну, не знаю. Что-то вот по Сеге на Денте, по такому-то игре записать. По одной на выходные тоже видео или какой-то другой день. Пока тоже думаю. Так, что-то я снова интернет, что ли? Барахлит. Что-то вообще не пойму. Что-то, видимо, тоже начал барахлить интернет. А, да что ж такое? Не хочет работать никак. Так, 7 минут прошло. Так, крупы основные. Да, что-то барахлит, как всегда, не вовремя вот, а. Ну, отлично, просто. Проблем с интернетом не избежать. В общем, так вот будет. А, не вовремя, конечно. Так, продолжаем, в общем-то, записывать. Так, в общем, на этом я группе со мной. Подписывайтесь, добавляйтесь в группу ВКонтакте. Так, что снова интернет еще не работает? Что-то мне этот интернет уже задолбал. Просто что с ним такие проблемы сегодня начались? Издевательство какое-то. Да, блин. В общем, так, что-то мне снова ушли. Интернет включился. Так, в общем-то, надо куда-то группу добавляйтесь. Пока 216 подписчиков. Так, что, на тебя идет или нет, что ли? Там будет расписание тем самым, который сказал, вот редактировать, конечно. Думаю, так вот выкладывать, конечно, поудобнее все-таки надо сделать как-нибудь, что ли. Ой, я не знаю, или как-то по-разному выкладывать. Так, ну... Да, интро, конечно. Ну ладно, в общем-то, на этом пока. Ладно. Голосование пока продолжается. Так, какой у нас там ган пока все-таки ретирует. 10 человек проголосовал, ну ладно. Пока не знаю, ган может пройду. Может еще пройду и GTA 3, и GTA Island пройти, что ли, не знаю. Battlefield Company 2 тоже, может все эти три игры тоже пройти потом. После этого именно гана, после того, как пройду Call of Duty Modern Warfare 3. Так. Угу. Ну, в общем-то, пока ничего такого новенького здесь нету. Как я понял. Пока ничегошеньки нету, ничего нового. Ну, ладно. Так-то все сказал, наверное. В общем-то, да, видео пока. Буду входить на эту неделю. Посмотрим, что там сегодня выложу на этой неделе.
посмотрим, так, то есть получится. Не знаю, может, по Crysis 3 там сделаю начальное мнение. Все-таки сделаю, возможно. Пока именно. Так как все-таки по ней летсплей не будет. Летсплей по ней будет, наверное, если только пройду Crysis Архит и вторую часть. Это пока не скоро. Так, что еще? Ну, а, точно. По Resident Evil 6, по-моему, вот выходил-то на этой неделе, по-моему, бенчмарк, что вроде вот теста игры, тестирования игры на компьютере. То есть можно было, по-моему, еще там специальную программу установить и протестировать, как игра будет идти на Resident Evil 6 на ПК, например, на моем ПК, на каких настройках можно играть будет спокойно. И, в общем-то, ее проверил, установил ту программу. И, в общем-то, игра идет, слава богу. То есть, возможно, тем самым точно будет прохождение, это явно. Ну, хотя игра-то не так уж требовательная, видимо, все-таки будет. На средних настройках точно будет идти. Пробовал на максималках, не знаю, может, на максималках пойдет. На средних так-то она нормально идет. Благодаря этому тесту я выявил, что на средних она точно должна идти. На максималках, может, не знаю, не будет, наверное. Вот так вот, наверное, даже. Так. Эх, но в прохождении, наверное, пока не будет. Часто будут входить новинки. Ну и Crysis Архит Resident Evil. То есть, как сказал, наверное, списание такое будет. Там еще, наверное, неделю будет Deus Ex пока на этой неделе. На следующий Fallout 3, на позаследующий Mass Effect 2. Серии будут входить иногда. Вот так вот, думаю, сделаю. Пока вот экспериментирую с расписанием, как мне сделать. Именно, чтобы удобнее выкладывать видео, интереснее. Комментировать надо будет все-таки научиться. Понятно. Не знаю, что у меня с этим, конечно, не очень привычно. Привык уже разговаривать быстро, так вот. Ой, даже не знаю. На этой неделе выкладывал мало видео, Mass Effect 2. Вот, выкладывал в основном Crysis Архит. Несколько серий выложил. Ну, это на этом, в общем-то, по каналу. На этом канале больше ничего такого новенького не произошло. Думаю, на этой неделе я выложу много видео интересных, веселых. Хотя, как веселых-то получается даже, наверное. Так, ладно, в общем-то... Так, ну, рекламировать ничего не буду, наверное. Все каналы, которые стоит подписаться, они у меня находятся в списках друзей канала. Ну и в списках подписывайтесь, будет интересно. Это можно найти их в интересные. Ну и вот... Вот этот канал, вот эти. Я внизу вот, другой список каналов. Все каналы, которые стоит подписаться. Ох. Так, Ганстер 196 был 5107 подписчиков. Поздравляю его с юбилеем тем самым. 5000 же подписчиков набрал. Молодец. Старый подписчик еще моего старого канала. Олег 6010. Когда смотрел мое прохождение там по Пину Бритрети Реквием. Помню, комментировал, ставил лайки. Смотрел мое как раз вот это прохождение. Поздравляю вас с юбилеем. 5000 подписчиков. 878 тысяч просмотров. 349 видео. Ой, просмотров видео. Подписывайтесь на этот канал. Интересный, хороший канал, в общем-то. Надо посмотреть его прохождение. Честно укладывать, что он там. Да, не смотрел пока. Сталкер Путь Амли, его проходит в основном-то пока вот модификации всякие по Сталкеру. Варианты Омега, Смерть Вопреки, Путь Амли, Майнкрафт. Гильдия Воров на дополнительные квесты, наверное, по Скариму. Разум Шрама. Вот так. Чё там, на каких каналах, кого там юбилеи. Новости стоит. Так, новости, наверное, большие будут все-таки. Так. Да, канал наш совместный, хотя. Серега, хотя бы не знаю, что-то выкладывать пока не получается, не знаю, ничего. Времени просто нету. Много, конечно, видео. 110 подписчиков, 1320 просмотров. Всем! Видео. Да, конечно, много, да, конечно, у меня сейчас. Ну, в общем-то, все эти каналы свои подписываться. Так. Ну, так что пока новых каналов не помню, никаких нету новых, таких интересных не находил.
Доктор Сэп, хотя не знаю, стоит. Начинающий канал там. Так, сейчас вот. Так, так, так. Что-то не то нажал. Так, в этом канал, который, наверное, хотел показать просто. Может быть, понравится, не знаю, кому подписываться на свой. Так. Так, 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 так. Так, 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 так. Смотрим сейчас. Где этот? А. Иван Макаренко. Канал начинающего. Кто проходит с игры, начинает только проходить игры, начинает, в общем, выкладывать видео по играм. Прохождению игр только начинает вот, начинающий такой вот. 65 подписчиков, 123 просмотра видео. Проходит игры. Не знаю, может, кому-то не понравится, просто 12 лет только, ну, не всем может понравиться, но тем, кому-то, думаю, просто, кому интересно, может подписаться, посмотреть видео прохождение игры Spider-Man 2, Sonic Adventure, DX, Sonic the Hedgehog 2006, 2D, в общем-то, рекламировал этот канал, все это, не, ну, кому интересно, то можешь посмотреть видео, подписаться на этот канал. В общем-то, этот канал прорекламировать решил. Не знаю. Так просто. Ну, в общем-то, все, наверное. Так, что у нас там по времени? О, сколько. Ну, на моем канале, втором канале. Ну, дополнительно, так сказать, можно. На котором я буду выкладывать прохождение различных игр, то есть различного жанра на различных платформах, если получится, конечно. Думаю, на Wii, может, пройду, там, на X, на там, PlayStation 1, PlayStation 2, так, там, по-моему, эмулятор есть. Пройду, может, даже на Sticky, на Dendy, то есть полностью прохождение будут сделаны, то есть, такие вот, без комментариев, с комментариями я на этом канале, без комментариев на этом канале. Не знаю, может, разом здесь буду делать, может, буду делать в этом на серии многосерийного фильма. То есть уже начал делать по Deus Ex, Human Revolution. Буду делать на этой неделе, выкладывать по Крадису первому, по обиде Resident Evil первому, обиде зла первый. Вот на этой неделе начну выкладывать. На следующий, наверное, начну, не знаю, пока все-таки сюрприз, секрет выложу. В конце этой недели еще анонс по одной игре, по которой буду выкладывать прохождение. Что-то вроде там жанра исторического, то есть там немножко. По одной очень известной серии, издатели и разработчик Ubisoft. То есть по этой серии вот такой там, в общем-то, думаю, буду выкладывать еще один прохождение, еще одно прохождение. Deus Ex, вот там, пока выкладываю. Тут, ну, конечно, все-таки хотел проходить без дополнительных квестов, но решил все-таки проходить с дополнительным квестом тоже. То есть основные дополнительные. Без комментариев при этом только. То есть вот сколько-то серий уже выложил, 10 серий. Так, уже 11 уже выложен, отлично. Решил вот, сделал даже расписание. Сделал, и, в общем-то, группа у меня по этому каналу есть. Прохождение как юная группа Dark Space 96. То есть это, наверное, в общем-то, общий у меня ник будет Darkspace 96. В основном просто как, в общем-то, Михаил я буду представляться. В общем-то, да, в эту группу можно добавляться тоже. Это группа моего красного канала. 26 пока участников. Есть у меня расписание. Даже, наверное, утром где-то 7 часов буду выкладывать серию пока по той игре, которую вот я в конце этой недели выложу анонс. Исторического жанра. Стелс экшен. От третьего лица, при этом о студии Ubisoft. Разработчик тоже Ubisoft, так что, ну, многие, кто наверное, игру играл, знает. 13.30, наверное, сейчас выложу вот эту серию Deus Ex Human Revolution. 17.00 будет по Крадису первому, 22.00 по Resident Evil 1, так как он хоррор все-таки. Тут в Дриме стоит выложить. Вот так вот будет мне каждый день, каждую неделю. Ну, голосование, что будет после Deus Ex.
Вот пока идет. Потом выложу, что будет после кризиса, после обитель зла Resident Evil. Ну и после того, как и той другой игры. Вот такой будет мне канал игровой интересный. Может быть, разумы будут, не знаю пока. Но разум, если только будет там, где вообще герой молчит. Ну, попробую каким-то играм сделать разум, не знаю, посмотрим. Как получится. То есть будет и с комментариями, и без комментариев. То есть, ну, куча будет прохождения по играм. Серии вот фильм вот этого Сингасийного. По Deus Ex, в общем-то, можно уже посмотреть. Что себя будет представлять. Такие вот прохождения. Вот так вот. Думаю. Да и все, наверное. Типа все при этом будут по максимальному уровню сложности. Ветеран. Deus Ex у меня настоящий Deus Ex уровень сложности. Crysis там самый максимальный, это спецназ. Прохожу. Обитель зла самый максимальный, там, по-моему, какой-то сложный стоит уровень сложности. Что вроде там DirectX, Direct Cut Edition издание. При этом там достаточно сложный уровень сложности поставил, достаточно сложно будет проходить. То есть в некоторых местах там день в обычном уровне сложности там нет вообще зомби. Они в некоторых местах появляются, там их не должно быть на легком. Вот так вот, где там... Их было 2, стало их 4. Зомбака встречается, в общем-то. И быстрее будут убивать, так что будет по-самому интересно. Так что будет все игры на максимальном уровне сложности. Будут очень интересно такие вот прохождения. Подписывайтесь на этот канал, пока 33 подписчика. Тоже какой-то баг Ютуба было 100, должно быть 200 просмотров, а сейчас вообще показывает 100. Не знаю, какой-то баг на Ютубе, что ли, образовался. Почему-то, не знаю. В других каналах я даже не знаю попросту. В общем-то все. Не знаю, запасной канал стоит подписываться, на который я буду выкладывать игровые новости насчет вот новинок, трейлеры. Начну скоро выкладывать. Вот так вот думаю. Стоит тоже подписаться. 60 подписчиков. 3273 просмотра видео. Просто вот так вот. Третий канал такой у меня. Ну, в общем-то, все, наверное, на этом. Пока все. Больше нечего сказать. Так-то ничего необычного не произошло. Ну, что били, то, что и били, конечно. Какой-то баг непонятный. Просмотром видео. Что канал новый, тут новое у меня прохождение будет на этом канале, втором. Так, серия Deus Ex готова. Слава богу. Скоро будет Crysis, первая серия Обитель зла. Так что, те, кто подписался на этот канал, Dark этот, Space Galaxy 66, ждите этой серии. 33 подписчика. Ну и всем новым подписчикам, кто подписался на этот канал, подписывайтесь на вот этот канал. На нем тоже будет немного интересных видео. Кому не нравится, комментариями видео, кому хочется посмотреть без комментариев, тот может, думаю, там найдет мне много чего интересного. Вот так вот. И на этом заканчиваю, да, 23 минуты целых продолжительности мои новости, которые я выложу и на этот канал, и на этот канал. На этом все. С вами был Dark Space 96 на своем одноименном игровом канале Dark Space, Dark Space 96. Михаил. Увидимся на моем канале, на моих двух каналах с прохождениями игр без комментариев и с комментариями, ну и другие видео. Здесь много будет, целая куча видео разнообразных. В общем-то, так, ну, всем удачи, на скорую встречу и пока.